Крупную аварию удалось предотвратить в Избербаше благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов. Во время патрулирования улиц полицейские стали свидетелями ДТП, в которой водитель «Газели» врезался в газовую трубу. Она получила серьезные повреждения, что стало причиной утечки взрывоопасного топлива. Авария произошла недалеко от проезжей части на оживленной улице. Утечка могла вызвать отравление проходящих мимо людей или даже стать причиной пожара. В то время насчет опасности тоже пришлось забыть, потому что мы находились на службе, надо было принимать какие-то меры. Это наша долг и обязанность в таких местах поработать быстро и оперативно.